В полдень 10 октября водитель иномарки ехал по улице Глединской, не нарушая правил дорожного движения. Вот только пересечь перекресток рядом с автобусной остановкой без проблем ему не удалось. По пешеходному переходу уже мчался 8-летний гимназист. Несмотря на то, что водитель заметил ребенка и затормозил, избежать столкновения не удалось. Школьник получил ушиб голени. Накануне около полуночи неподалеку от Великого Устюга произошла еще одна авария. Нетрезва женщина 1986 года рождения управляла автомобилем «Лада Калина» и не уследила за дорогой, в результате чего съехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак. В результате происшествия и водитель, и два ее пассажира были доставлены в приемное отделение ЦРБ. Все были в машине пристегнуты, но тем не менее все получили телесные повреждения. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что при управлении транспортным средством необходимо трезво оценивать свои возможности и возможности автомобиля, выбирать безопасную дистанцию и скорость движения в соответствии с установленными правилами, а также при этом обязательно обращать внимание на погодные дорожные условия.